Что, пойдем? Куда? Дом. Зачем? Там душно. В моей комнате прохладно. Я именинник, а главное подарок так не получил. Тихо-тихо-тихо. Главный подарок у нас приготовила Кардинкина. Да, Ленок? Да. Что ты несешь? Не, ну а чё? Все давно знаю, что ты сохнешь по Динке с первого курса. Все контрольно-курсовые тебе писала. А ты пьяненького его хватай. А то потрезвый тебе не припадет. Спасибо за совет, Диана. Я вот прям предвкушаю этот разгром. Главное, чтобы не хуже, чем в прошлый раз. Да ничего, вызовем клининговую компанию. Это же молодежь, надулся. Это творческая молодежь. Ха, странно. А мы ничего не перепутали? Ну, Дима точно собирался день рождения дома праздновать? Ну да. Не понимаю. Натусик, по-моему, пахнет корицей и ванилью. Совершенно согласна, что это было бы очень интересно, но... Здрасте. 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 Ваниль? Да. Вы не забыли, что у меня сегодня тренировка на большом поле? Кто меня отвезет? Не я. Что за вопрос? Конечно, мама. Она сегодня целый день свободна. Я после обеда в банк, а у папы важное совещание по новому проекту. Это по тому спортивному центру, который мама рисовала 3 дня, да? Это по центру, который разрабатывает наше архитектурное бюро. А в нем твой папа ведущий архитектор. Сынок, мы все делаем одно общее дело. А твой личный водитель будет вовремя, как всегда. Спасибо. Мам, брось, пожалуйста, денег на счет. Аппетиты растут. Спасибо, мам. Mm-hmm. Да, клянусь, не смогу сегодня быть к ужину. Очень важная встреча. Леночка, хотелось бы на ужин чего-то легкого. Ну, запеченные рыбки, например. Ну, рыбу... Свежую, а не мороженое, я помню, Наталья Олеговна. Я куплю обязательно, когда Саша будет тренироваться. Да, кстати, ты могла бы постоянно возить Сашу в школу на тренировку. Ну, чего ему толкаться в общественном транспорте? Тем более, свободного времени тебе достаточно. Наталья Олеговна, вообще, вы сегодня зачем-то второй раз уже говорите о том, что я сижу дома и не работаю. Это же вы убедили меня сидеть дома с Сашей до школы. Ну да, потому что мальчик часто болел. Ну, а потом болел Александр Сергеевич, я ухаживал за ним. Мы помним это, ценим. Спасибо. Пора мне. Директор Центра неврозов Ирина Суходольская. Зави, я жду. Угу. Проходите, пожалуйста. Благодарю. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь. Ну, я посмотрела и поняла, что вы хотите строить новый корпус для вашего медицинского центра. Да, расширяемся. Знаете, хотелось бы что-нибудь стильное, современное и...
Наташа. Да. Скворцова. Да. Ты, правда? Конечно, я. Ирка Зинченко. Сколько же мы не виделись. С выпускного. А где все? На обеде? Угу. А ты чего не пошла? Кто это у мамы? А, у нее встреча. Кристина! Пожалуйста, сделай нам зеленый чай для гостя. Хорошо. Опусти. Да, Ира Зинченко, владелица центра неврозов. Да. Ты же просто хотела быть невропатологом в районной поликлинике. Ну, знаешь, ты тоже не планировала стать вот хозяйкой шикарного архитектурного бюро. Собиралась ведь быть скромным бухгалтером, правда? Да, да, пришлось. После смерти мужа. Ой, прости. Не смогу забыть вчерашний вечер. Тима. Переходящая в ночь. Да, Наташ, тебе памятник при жизни поставить нужно. Правда, я первый раз встречаю свекровь, которая полностью довольна своей невесткой. Тем более, как если ты говоришь, она у тебя серая мышка. Ну что ты, ну она уж не совсем серая. Она тоже архитектор по образованию. Да. Так она тоже в вашем бюро работает? Да, она иногда просто Диме помогает. А вообще занимается домашним хозяйством. Она рано осиротела, и поэтому семья для нее была и остается самым главным в жизни. Ну, логично. Да. Так что моя невестка, она прекрасная жена и мать. Сыну очень повезло, у него замечательная семья. Пожалуйста. Спасибо. Сашуль, я принесла тебе сок. Саш, чего в комнате такой бедлам? Саша! Да в чем дело? Ты слышишь меня вообще? Я весь день занят. Занятия, английский. Тренировки. Вообще, я могу поиграть? Саша, я не понимаю, в чем проблема? Вот именно, ты не понимаешь. Потому что ты не работаешь и везде сидишь дома. Ты можешь заняться чем угодно. Вот ты какого обо мне мнения. Ну ладно, прости. Так, когда наиграешься, пожалуйста, наведи порядок. Хорошо. Читать чужую переписку неприлично. Пожалуйста. Когда угомонишься, наконец? Что? Сколько можно прыгать из койки в койку? Все эти Жанночки, Светочки, Людочки. Вот теперь Кристиночка. Ты их имена не путаешь, нет? Послушай, я взрослый человек и сам решу, как мне поступать. Да неужели? Да. Ну-ка сядь. Сядь, сядь. Начинается. Дима, я закрывала глаза, когда ты резвился на стороне. Ну вот сейчас ты завел шашни прям в нашем бюро, да? Ты вообще, ты о чем-то думаешь? А если вдруг Лена узнает? Не узнает. Я осторожный. А, ты бестолковый. Ты вообще понимаешь, как тебе крупно повезло? Мало того, что Лена идеальная хозяйка, и ты вообще забыл, что такое бытовые проблемы. Ты, кстати, тоже. Да, я тоже. Но это не главное. Все наше бюро живет благодаря Лениным идеям. Ты должен все пылинки задувать и не изменять. И сейчас, когда пошли такие большие заказы. Кстати, Лена сделала потрясающий эскиз бизнес-центра. Валентин да. сказал, что мы практически в финале тендера. Ну вот, я об этом. Да, ты должен быть благодарен отцу, что он тогда не разрешил Лене аборт сделать и заставил тебя жениться на ней. Ты бы вообще архитектурный бы не закончил. Да, и наше бюро по миру пошло. Так, ладно, я уже понял, что я ноль без палочки, без, да и спасибо, мама. Ну, Дим, ну извини, пожалуйста, ну не злись. Я не злюсь. Ну, Димка, я тебя очень-очень люблю. Я да? тебя тоже. Да.
тебе фруктов принес. Спасибо. Дай посмотреть. О! Что это будет? Ну, это так, пока идеи на будущее. Ой, из твоих идей на будущее скоро можно будет целый город построить. Это был бы город мечты. Кристина, я сейчас не могу говорить. Нет, все в силе, да. А с Леной что? Целуй. Она полей промчалась в ванную. Не знаю. Мам, посмотри. Ой. М? Слушай, мне очень нравится. Очень. Угу. Очень. Ну, умница же, умница. А там? Ну, да. Лен, все хорошо? Да, все хорошо. Кажется, у нас скоро будет малыш. И если это так, то я буду самым счастливым человеком на свете. Лен, слушай, ты уверен, что нам сейчас это нужно? Тима. Конечно. Значит, начнется сопли, вопли и вонючие подгузники, да? Сашка! Леночка, не стоит обижаться. Это всего-навсего мужской эгоизм. Они просто боятся остаться без внимания. Да, я понимаю. Лен. Лен, послушай. Ну что, как там Лена? Да все нормально, успокоилась. Да. Санька. Да. Вот смотрю детские фотографии, понимаю, что я соскучилась. По этим хорошеньким детским розовым пяточкам. Мам, ты знаешь, что я думаю? Аленка сможет закончить проект? Ты вспомнил в прошлый раз, когда она была беременна Сашкой и так плохо себя чувствовала? Я думаю, что все будет хорошо. Лен тебя любит и хорошо понимает, насколько для нас важен этот заказ. Она в любом состоянии все сделает, выполнит все задачи. Да. Зато у нас будет еще один малыш. Такой же здоровенький, умненький и красивый, как Сашка. Лена уверена, что это будет девочка. Она даже имя придумала, Машенька. Но я не возражаю. У нас будет и Саша, и Маша. Димка, с Кристиной надо завязывать. По бюро слухи поползли, шепчется. Есть, мон генераль. Где Наталья Олеговна? Дим, она уехала в банк. Ясно. Будет только через час. Угу. Дим, в чем дело? Кристин, послушай. Что? Ой, прошу прощения, я пригласительный на строительную выставку для Натальи Олеговны принес. Извините. Угу. Валь, подожди, слушай, тут такое дело. А по одному проекту нужно помочь. Мам! Ну, в чем дело? Я тебя попросила постирать, а ты не постирала. У меня сегодня вечером ответственный матч. Санечка, прости, пожалуйста. Я вчера до поздней ночи чертила папин важный конкурсный проект. И сегодня утром плохо себя чувствовала и забыла, честно говоря. Прости, пожалуйста. Виновата. А ты кормить меня собираешься? Я кушать хочу. Сань, ну еда в холодильнике. Разогрей себя, ты же уже большой. Столько проблем из-за этого маленького гаденыша, который еще даже не родился. Уже всем мешает. Саша. Что? Подойди, пожалуйста. Мама, ну перестань.
извините, пожалуйста. Саш, ты у меня уже такой большой. А я очень часто вспоминаю времена, когда ты был маленький. Ты всем делился со мной, всеми своими радостями, горестями. Помнишь, какие у нас были чудовищные секреты от папы и бабушки? Помню. Помнишь, как мы забирались вечером под одеяло и придумывали истории про мудрого фонарщика? Помню, как ты придумывала ему новые приключения. А ты все время выдумывала каких-то новых монстров. Сань, я все время думаю, как твоя сестренка будет тобой гордиться. Как Маша будет смотреть на своего брата, такого доброго, сильного, великодушного. Будет восхищаться тобой, гордиться, а ты будешь ее защищать, да? Да. Ладно, пускай рождается. Сын, я так люблю тебя. И я тебя. Позвони ты ему, наконец. Ждем. Валь, ну что там? Да погоди ты. Наталья Олеговна. Что? Ну что, что? Я вас поздравляю, заказ наш. Шумовой, сразу не мог сказать. Кристина, ну что стоишь? Давай шампанского неси. Ага. Ну, девка, ну, хорош чертяк, а! Ну, талант, ну, весь в отца! Наталья Олеговна, ну, вы же знаете, да, что всех студентов-архитекторов сейчас учат по учебнику профессора Соколовского. Да, да, я в курсе. Так вот, я более чем уверен, что скоро и по Димкиным учить буду. Ну, ведь выдает же проект за проектом, и один же лучше другого. Девка, а вот этот вот последний, ну, я тебе скажу, это нереально. Это просто космос, ну. Валик, ну, хватит, хватит. Ты уже чувствую, как за мной золотое свечение возникает. Да, я вот... Уже вижу. Светится. Так, так. Ну, хорошо. Ну? Лен, возьми ключи от своей машины. Моя в ремонте. Я помню. Хорошо. А ты скоро? А то на все про все у меня 2 часа, а потом встреча с заказчиками. Они немцы, пунктуальные до чертиков. И что? А то, что я не могу им сказать, что я опоздал, потому что возил жену на УЗИ, она собиралась 2 часа. Девочка, если это такая проблема, вызови мне такси. Ах так, не капризничай. Я на такси своих девочек не отправлю. Непонятно с кем. Это для меня слишком ценный груз. Вот и не бубукай. А не бубука. Едем? Едем. Привет. Да? Господин Соколовский, это референт господина Крауса. Он намерен отменить вашу сегодняшнюю встречу. А в чем дело? Мы так и не получили образец финансового договора, а без предварительного изучения договора встреча состояться не может. Послушайте, простите нас ради бога. Передайте господину Краузе, что через 10 минут договор будет у вас на столе. Хорошо, я передам. Спасибо. Все в порядке? Да нет, сейчас, подожди. Алло, слушаю. Кристина, а что происходит? Что случилось? Почему образец финансового договора еще не отправлен Краузу? Я просил это сделать еще вчера. Дима, что за тон? Я... Значит, если ты не отправишь договор через 5 минут, я уволю тебя к чертовой матери, поняла? Димочка, ты не гони так, пожалуйста. Лен, ты-то мне хотя бы на нервы не действуй. Машина перевернулась.
Обедать пора. Не хочу. Саша, все будет хорошо. А если не будет? Это все из-за меня. Я не хотела сестру. Ругала ее. Сейчас мама может умереть. Сашенька, ну что ты мой милый, ну что ты мой глупенький, ну что ты напридумала? Ну, все будет хорошо, ты веришь мне? И ты ни в чем не виноват, да? Ну что, идем ужинать? Идем, мой хороший, пошли, все, поехали. Дмитрий? Вы меня не помните? Чего же? Ну, вспоминайте. Солнечногорск. Вы проектировали торговый центр, у нас жили в санатории. Сосновый Бор. Угу. Вы Марина. Работали медсестрой. Точно. Вы назначили мне свидание, а потом куда-то исчезли. Каюсь, обстоятельства изменились. Сын заболел, пришлось уехать. Понятно. Можем поужинать, когда я выйду отсюда. Как вас найти? Да, вот. Видите, старшие медсестры. До встречи. Так срочно? Ну, приходи через полчаса. Доктор, простите, да. У меня жена в реанимации. Меня туда не пускают. Как она? Ага. Ну, пока без изменений. Состояние стабильно тяжелое. Вы делаете что-нибудь? Ну, конечно, делаем. Послушайте, вам следует понимать, что у вашей супруги серьезная черепно-мозговая травма. После сложнейшей операции мы ввели ее в искусственную кому. Мы сделали все, что могли, теперь только остается ждать и надеяться на чудо. Какое чудо? Какое чудо? Вы серьезно? Абсолютно серьезно. Ведь одно чудо уже произошло. Ваша дочь осталась жива. Несмотря на глубокую недоношенность и серьезные травмы матери. Так что, как говорится, наберитесь терпения. Извините. Растворимый, но вкусный. На конфеты налетай. Конфеты могла и не приносить. Мне хоть магазин открывай. Все, благодарные пациенты несут. Ты что хотела выяснить? Скажи мне, подруга, как дела у Маши Соколовской? Тяжелый случай? Или есть надежда? А тебе зачем? Помнишь моего красавца-архитектора? Ну, с которым у меня роман начинался. А, ну припоминаю, это же было лет 100 назад, который от тебя сбежал еще. Не сбежал, уехал по делам. И не 100 лет, а 5 лет назад. Да хоть 25. А недоношенная девочка здесь при чем? Мой архитектор, ее отец, лежит у нас в травматологии. И? Что? Может, это моя судьба? Ты размечталась, подруга. Но где архитектор столичный, а где медсестра из Задрыпинска? Между вами полмира. Поверь, я это расстояние пройду с крейсерской скоростью.
Что с ребенком? Да ничего хорошего. Девочка действительно очень тяжелая. Неизвестно, выживет ли, и если выживет, то неизвестно, будет ли полноценной. Ясно. А ничего, что у него жена в отделении лежит? Жена не стена подвинется. А вот дети для него важны. Послушай, Юля, не в службу, а в дружбу. Держи меня в курсе. Как это все не вовремя. Немцы торопят. Я приступаю, что без Лены мы не успеем вовремя закончить проект. Мам, не переживай. Я сам попробую внести коррективы, которые они потребовали. Ну, попробуй, попробуй. Не хочу. Да. Кстати, а ты на дочку не хочешь взглянуть? Ну, к Лене пока нельзя. А девочку разрешили сегодня навестить. М? Проходите, пожалуйста. Ваша девочка слева. Какая она крохотная. Знаете, есть методика выхаживания тяжелых детей. Метод кенгуру. Ну, это материнская любовь или отцовская в вашем случае. А я уверена, что доктор отцу разрешит брать ребенка на руки хоть ненадолго. Ну что вы такое говорите? Дима, то есть отец сам еще в плачевном состоянии после аварии. Да, я понимаю. Извините. Алло? Да, я уже бегу. Марина, видела я не только твоего архитектора, но и его мамашу. Хочешь дружеский совет? Забудь его. Такую свекровь врагу не пожелаешь, не то что лучшей подруге. Мы еще посмотрим. Я тоже не девочка-припевочка. Поживем, увидим. Да я не знаю. Ну, в принципе, привет. Алла Ефимовна, скажите мне прямо, моя внучка будет жить? Хорошо, я спрашиваю по-другому, она будет жить полноценной жизнью? Нет, я вас понимаю. Ситуация непростая, и вы не хотели бы давать прогнозы, но я должна знать правду. Хорошо. Ребенок очень-очень тяжелый. Ну, посмотрите, МРТ показала, что вследствие травмы матери мозг ребенка очень пострадал. К тому же девочка родилась недоношенной. Вот заключение. Что? Вы сказали, мозг пострадал. Это значит, что она может стать умственно неполноценной? Ну, вероятность такая очень велика. Но поверьте, мы делаем все возможное. Мне нужна копия документов. Я не могу, как она могла? Как она могла? Привет, Ириш. Мне совет вынужден очень. А ко мне в офис. Ну, в бюро. Ты можешь подъехать? Ага. Спасибо, я жду. Ириш, спасибо, что ты пришла. Да. Ну что ты, я с радостью. Как у вас дела? Ну, Дима почти в порядке. Лена постепенно поправляется. Ну, слава богу. А как внучка? Вот о Машеньке я хотела с тобой поговорить. Посмотри, пожалуйста, результаты обследования. И скажи мне прямо, о перспективах ребенка. Ирина там, в больнице врач, она ходит постоянно вокруг да около, мямлит все время что-то.
Наташа, ну я же не педиатр. А здесь вообще нужен неонатолог. Нет, нам нужен невропатолог. То есть ты. Я прошу тебя, скажи мне правду. Угу. Ну, в общем так, вполне возможно, что дело не в аварии. Очень даже может быть, что гипоксия возникла не внутриутробно, а уже после рождения. Как? А там же написано, вследствие травмы, травма была получена внутриутробно, так? Так, Наташа. Я настоятельно рекомендую тебе еще раз поговорить с вашим лечащим врачом. Диагноз вызывает у меня сомнения. Привет вам. Здравствуй, сынок. Ты не бойся, все в порядке. Сашка, садись. Как хорошо, что ты поправляешься. И бабушка сейчас придет. Она пошла к детскому доктору. Я, кстати, насобирал деньги для Маши. Еще соберу. Это каким образом? Я просто запостила инфу про Машу в соцсети. И ребята начали присылать мне деньги на телефон. Сашка, ты будешь отличным старшим братом. Но ты не волнуйся, если понадобятся деньги на лечение Машеньки, мы их обязательно найдем. Я был сейчас с бабушкой, там, где лежали новорожденные. Маша такая маленькая и сморщенная. Но из-за проводков ничего не видно. Санечка, ты не волнуйся. С Машенькой будет все в порядке, она скоро выздоровеет. Мам, ты че? Мам. Умерла. Маша. Как? Мам! Лена! Леночка! Врача! Дим, ну что, есть какие-нибудь новые идеи по поводу проекта с испанцами? Нет. Что не получается. Слушай, ну может тогда попробовать кофе внутривенно, а? Валь, не смешно. Понимаешь, не смешно. Думаешь, раз пальцем щелкнул, все готово? Понятно, доело все. Терпеть надо. Давай, рассказывай. Рассказывать, Валь.
А вот что хочешь, то и рассказывай. Черная полоса в жизни, Валь. Ниоткуда идеям взяться, мозги заняты совершенно другим. Ленка, подумай, ходит как тень. Смотрит на всех с таким укором, что жить не хочется. Слушай, ну а вы-то в чем виноваты, а? Да вот именно, что ни в чем. Я тоже потерял ребенка, но... Да, если бы не было аварии, все было бы по-другому, но надо жить. Она не живет, а существует. На кладбище каждый день ходит. Сашка от рук отбился. Она вся в своих переживаниях. Валь, прости, важный звонок. А? Конечно, конечно. Привет, котенок. И опять. Привет, котенок. Какие красивые, мои любимые. Какая у нас программа сегодня? Хочу поехать за город. Так. Вкусно покушать. Так. Шампанским. Ну, а дальше сам решай. Принято. Добрый вечер, мама. Сядь, поговорить надо. Прости, что поздно. Угу. О, ты что, в таком виде за руль сел? Хватит тебе. Ты соображаешь, что ты делаешь, а? Тебе что, прошлой аварии мало? Фу, а тебе ж разит. Тебе ж разит. Дешевыми бабскими духами. Где ты был? На деловой встрече. Да. Лена как? Лена. Лена без изменения. Такая же вялая, такая же апатичная. Я не знаю, что делать с этим проектом отеля в Барселоне. Лена вообще не хочет слышать о работе. А я ведь тебя предупреждала, чтобы ты не спешил подписывать этот договор. Мы могли бы обойтись более мелкими проектами, с которыми ты бы сам справился. Ты сама мне говорила, что отказываться от таких условий – это преступление, мам. Да, я говорила. В другой ситуации. Ага. Все, извини, хватит обвинять друг друга. Давай думать, что будем делать с Леной. М? Мам, можно в кино с пацанами? Ты меня слышишь? А? Да, я поняла. Спасибо. Дим. Да. Я созвонилась с Суходольской. И что, она положит Лену в свою клинику? Нет, это не ее профиль. Она сказала, что, судя по описанным симптомам, Лене нужна помощь врача-психиатра. И чем скорее, тем лучше. То есть я должен отправить Лену в психушку? Этого не будет, мама. Погоди ты. Она посоветовала хорошего специалиста. И он работает в частной клинике, а не в психушке, как ты изволил выразиться. Ладно. Может, ей это поможет. Поговори. Поговори с Леной. Лен. Говорим. Говорим. Давай пройдемся. Послушай, мне... Нам всем очень больно смотреть на тебя такую. Ты
постоянно грустная, безучастная, равнодушная ко всему. Прости, Дим, я стараюсь. Я ничего не могу придумать, у меня в голове ни одной мысли. Да я не о работе сейчас. Я... Где прежняя Лена? Нежная, веселая, заботливая. Я не знаю. Со смертью моей малышки из меня собой жизнь ушла. Но ты же и моя дочь тоже была. А еще у нас есть сын, которому нужна мама. Я все делаю, я есть, я здесь, я с вами. Нет, Лен, ты не здесь. Ты не здесь, уже давно не здесь, Лен. У тебя депрессия, тебе нужно лечиться, ты понимаешь? Что? Ты хочешь дать мне психушку? Да. При чем здесь психушка? Я просто говорю о том, что нужно показаться врачу, проконсультироваться, понимаешь? Да, хорошо. Я поняла. Давай проконсультируемся. Лен. Поверьте, Елена, мы вам обязательно поможем. В нашей клинике используются самые передовые методики лечения. Нам даже за границу приезжают. Игорь Леонидович, мы очень на вас рассчитываем. И повторяю, деньги не имеют значения. Главное, чтобы Лена вернулась к прежней жизни. Конечно. Я поменяла свое субботнее дежурство. А давай поедем за город. Пойдем купаться в озере. Рыбу ловить, жарить ее есть. Удивительно, что мы с тобой опять встретились. Что тут удивительного? Это судьба. С ней бесполезно бороться. Я не борюсь. Ты же знаешь мои обстоятельства. А ты уверен, что твою жену в клинике вылечит? Что ты будешь делать, если нет? Марина, жена, не уйду. Никогда, просто пойми это. Судья объявляет штрафной. И тут тренер поручает бить меня. Но если я не попаду, мы продуем. И что? Ты промазал? Шутишь? Попал в девятку. Ты мой чемпион. Я горжусь тобой. Мам, я так скучал по тебе. Ты уже выздоравливаешь. Ты уже такая же, как раньше была. Дим, ты говорил с Игорем Леонидовичем? Когда меня домой отпустят? Говорил. Он сказал, что через неделю будешь в строю. Слушай, я же забыла. Я набросала кое-что для испанского проекта. Ты хочешь посмотреть? Ну, конечно. Тогда придется возвращаться. Идем. Пойдем. Слушай, ну а почему же ты молчал? Слушай, это же потрясающе. Старик, я тебя поздравляю, ты же снова в седле. Наталья Олеговна это видела? Еще сказала? Сказал, премию выпишет. Ну, наконец-то. Наконец-то я вижу старого доброго Дмитрия Соколовского, талантливого архитектора и любящего жизнь человека. Ну. Да, Валик, в жизни все меняется, причем постоянно. Слушай, ну и кто она? Та, кто вдохновляет тебя на эти замечательные идеи? Ты о чем? Ни о чем, а о ком, о женщине, о Шершеляфам. Да при чем здесь это, Валик? Ну как при чем? Ну чувствуется же женская рука. Это что, твоя новая подруга придумывает за тебя эти потрясающие проекты? Валик, я не понимаю, о чем ты.
Да ладно тебе, конспиратор. Видел я тебя с одной красоткой. Дим, ну я снимаю шляп. У тебя всегда был отменный вкус. Я вообще тебя не понимаю. И понимать не хочу. Давай займемся делом, а? Слушай, да что я такого сказал? Я же просто по-дружески пошутил. Я по-дружески. Иди, работай и мне не мешай. Извини. Привет. Привет. Слушай, что я подумала? Если проект Лены так понравился испанцам, то мы можем заключить сделку на наших условиях. Прекрасно. Но я сейчас по другому поводу. Да, я слушаю. Мам, тебе не кажется, что Валентин стал много себе позволять в последнее время? Нет. А в чем дело? Ведет себя нагло. Намеки разные делает. Мне кажется, стоит поискать нового менеджера по продажам. Нет, мы не будем никого искать. У нас сложился коллектив. Хороший, профессиональный. А Валентин вообще незаменим. В отличие от некоторых. В отличие от некоторых? Ну, давай, скажи, кто этот некоторый? Да, я слабый архитектор. Но я и не хотел им быть, если ты помнишь. Я хотел поступить в университет, на факультет астрономии, изучать космос, рождение Вселенной. Но это вы с папой настояли. Позвольте, я помогу. Спасибо. Спасибо большое. Вы очень хорошо рисуете. Спасибо, стараюсь. Это мои документы. Извините. Хорошего дня. И вам. Удачи. Спасибо. Вы даже не представляете, как она мне нужна. Это удача. Дим, что за праздник? Испанские заказчики приняли наш проект. Это нужно отметить. Поздравляю. Ты у меня самый лучший. С чем во всем? Твоя жена скоро выписывается? Нет, через 4. Это значит, что мы теперь будем редко видеться. Ничего не изменится. Лучше иди ко мне. Нет. Иди и скажи еще раз, что я самый лучший. Ну? Ты самый лучший. Еще? Самый умный. Еще? Самый внимательный. Еще? Самый сексуальный. Сань, ты что затеял? Я решил полить мамины цветы, и вообще у меня есть план. Какой? План состоит в том, что я теперь всегда буду помогать маме во всем. Ты стал взрослым, сынок. Дим, ты меня прости за сегодняшний. Перестань, мам. Нет, правда, я не должна была всего этого говорить. Ты, по сути, права. Что бы я представлял без отца, без тебя, без Лены? Другое дело, нужно ли мне все это? Саша, а давай я тоже тебе буду помогать. Я не против.
Негативные последствия одновременного приема психотропных препаратов, содержащих наркотические вещества и антидепрессантов. Для маминой выписки. Да не волнуйся ты, милый. Все перекладила, положила в сумку. Сумка в прихожей. Ты руки помыл? Да, конечно. Ну вот и ешь салат. Пап, за цветами надо заехать. Обязательно. А еще я вычитала в интернете про перчатки для тех, кто выращивает цветы. Надо маме такие купить. Купим. Ты не суетись, Сань. Встрети маму по высшему разряду. Хорошо. Лен, Лена. Все нормально? Идем покушаешь. Давай, давай. Сироку. Привет. За нами следят. Вы что, не видите? Нас убить хотят. Нас хотят убить. Лена, Лена, спокойно. Спокойно. Присядь. Присядь. Сейчас тебе принесут покушать. Подожди, подожди. Давай побыстрее, нам еще за цветами заехать. Саш, как мы поедем, если я ключи от машины не могу найти? Ну, может, ты их в машине оставил. В какой машине, если машина закрыта? Так вот, твои ключи лежали на кухне. Все, поехали. Поехали, поехали. Подожди, подожди. Да, Игорь Леонидович, доброе утро. Ну, да, вот собираемся. Да, я вас понял. Да, хорошо. Мама не выписывает. Почему? Что случилось? Ее состояние ухудшилось. Игорь Леонидович, что происходит? Вы говорили, что состояние Лены, значит, не улучшилось. Так оно и было. У вашей жены наблюдалась стойкая ремиссия. Я даже хотел ее отпустить домой по вашей просьбе. Наблюдать амбулаторно. Но сейчас, к сожалению, не могу. Ну, а в чем причина всего этого? Депрессивное состояние очень коварное. Порой кажется, что пациент вернулся к прежней жизни, но потом выясняется, что болезнь обострилась.
То есть вы не досмотрели, что с пациенткой что-то не так? Дмитрий Александрович, я повторяю, депрессивное состояние малопредсказуемо. Их появление не сопровождается повышением температуры или давления. Мы провели все необходимые анализы, чтобы разобраться с причиной рецидива. У Лены вообще есть шанс на полное выздоровление? Что касается вашей жены, я думаю, она справится. Я помогу, я уже корректирую курс лечения, назначаю новые препараты. И он мне спокойно заявляет, что продержит Лену в больнице еще 2 недели. Угомонись, а? Чем нам могут помочь твои метания? Мама, нам грозит выплата колоссальной неустойки по проекту, который обещал солидную прибыль. Ни ты, ни я его закончить не сможем. Этот мужик пришел с рынка ларек ему соорудить. У этого человека куча лишних денег, и он ломает голову, куда их деть. Оригинальное у тебя представление о меценатстве. Вот я уверена, что князь Ларнеса четко знает, как распорядиться своим состоянием. И, кстати, строительство галереи во Флоренции – это очень выгодное вложение капитала. Да это понятно. А вот заключать контракт с князем, не дождавшись выписки Елены, было ошибкой. Я очень жалею, что я поддалась на твои уговоры. Мама, Лена уже практически вернулась к работе. Никто не знал, что он захочет изменить проект целого галерейного комплекса. И что Лене опять станет хуже. 2 года мы обхаживали этого князя. 2 года. Так, проект надо закончить. А что бы ты ни стала, князь подождет. Подождет. Ничего, что-то испортилось. Можно выброшу? Попей сочку. Сухо ты витамины. А витамины – это здоровье. Проблем куча. И что, никто на свете не может тебе помочь? Может. Моя жена, но она в больнице. Замкнутый круг какой-то. Я уверена, ты найдешь выход. Что-то придумаешь. Спасибо тебе, котенок. Что бы я без тебя делал? Сидел бы один, пил бы, смотрел бы в темноту. Но я теперь всегда рядом, что бы ни случилось. Я тебя очень люблю.
Игорь, не дай меня. Есть какой-то результат у дочки? Ну, хоть какой-то. Не суетись, Андрюха. Я должен знать правду, любую. Да не нагнетай ты. Похоже, нам удалось переломить ситуацию. В смысле, в какую сторону? Стали заметны некоторые признаки ремиссии. И что это значит? Машка начинает выкарабкиваться. Энцефалограмма – это четко показа. Спасибо, Игорь. Да, мне-то за что? Я наблюдаю, даю советы иногда. Вам реально повезло с детским невропатологом. Очень толковая барышня. Да, я уже покаялся. Перед ней за первоначальное недоверие. Первоначальное недоверие, так и сказал? Ну, ты даешь. Вы с мамой большие молодцы. Столько усилий, бессонных ночей. Теперь самое главное – не останавливаться и следовать предписаниям. Моим и невропатологам. Да вы разве позволите не выполнять? Игорь Леонидович, москвитин ожидает смотровой. Вы же сами назначали. Иду. Так, мне пора. Держи. Кланяйся маме. Она у тебя чудо, как всегда. Передавай, скоро заеду на пирожки. Машуня целует меня. Передам. Давай. Спасибо, Игорь. Я сказала, выйдите отсюда! Выйдите! Это лекарство! Поймите лекарство! Успокойтесь! Вы не отравите! Вы врача! Не надо! Стойте! Держим, Андрюш. Давай. Все, 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 все. Тихо, тихо. Вот такая вот трагическая история из жизни. С физическими травмами Елена справилась. А душевных сам видел. Значит, ее ребенок не выжил. Нет. Я ее вспомнил. Я ведь был очевидцем той аварии. Я еще тогда пообещал ей, что все у нее будет хорошо. Игорь, и что теперь делать? Это ведь может повториться. Нет, не волнуйся. Я переведу ее в закрытое крыло. Она там без присмотра шагу ступить не сможет. Доброе утро, Лена. Игорь Леонидович, здравствуйте. Как ваше самочувствие? Хорошо, спасибо. Прекрасно, я очень рад. Игорь Леонидович. Да? Отпустите меня, пожалуйста, домой уже. Лен, я не могу так просто. Это сложная процедура. Нужно Игорь сделать... Леонидович, я не могу здесь больше находиться. Я вас очень прошу. Хорошо, я подумаю. Дмитрий Александрович, сейчас вашей жене намного лучше, агрессии больше нет. Скорее всего, она была вызвана невосприимчивостью ее организма к одному из новых препаратов. Я его уже исключил, заменил другим. Сейчас Елена вполне адекватна. Правда, некоторые реакции могут быть немного заторможены, это тоже со временем пройдет. Ну а дальше любовь и забота семьи завершит выздоровление. Лена вернется к прежней жизни. Я очень на это надеюсь. Сейчас не готов прогнозировать что-либо. Мы подождем, понаблюдаем. Вы же, в свою очередь, не забывайте о том, что у нее очень лабильная психика. Любой стресс может спровоцировать кризис. Так что в случае чего сразу звоните мне. И еще.
Будьте, пожалуйста, внимательны к жене. Не оставляйте надолго ее одну. Суицидальные мысли могут возвращаться. Так, может, тогда не стоит сейчас забирать ее домой? Стоит. Так будет гораздо лучше. Намного лучше. Ну что это за пожар такой, который по телефону потушить нельзя? Ну, что горит? Я беременна. Послушай подругу. У меня гинеколог хороший есть. Дорогой, правда, но зато аборт делает на раз-два. Без последствий в будущем. Юлька, ты что? Какой аборт? Я беременна от Димы, это мой шанс. Леночка, как я рада. Наконец-то ты дома, мы тебя заждались. Как ты думаешь, она в состоянии будет заняться испанским проектом? А где Сашка? Только что вернулся с тренировки, сейчас выйдет. А вот и он. Сашка, сыночек! Саш! Не надо! Сынок, ты чего? Ну, что мы ставим? Идемте в дом? Да. Все хорошо. Все образуется. Лен. Ну, послушай, ну, Сашка просто отвык. Не переживай, все наладится. Ты теперь дома, все будет хорошо. Слышишь? Спокойствие. Хорошо. Я пойду. Я тебе неприятна? Саш, ты знаешь, как я люблю тебя? Любишь? Конечно. Ты сомневаешься? Мне очень больно видеть, как ты шарахаешься от меня, как чумной. Почему? Тебе больно. А мне не больно? Хватит врать, что ты меня любишь! Ты меня ненавидишь! Господи, что ты говоришь такой, сынок? Да то, что ты считаешь, что я виноват в смерти Маши. А я ждал ее. Я радовался, когда ее спасли после аварии. Я ей собирал деньги на лечение. А ты набросилась на меня, как будто сумасшедшая. Что ты такое говоришь? Это же не так. Что ты такое говоришь? Этого же не было. Дим, что он говорит? Я ничего тише, понять тише, не могу. Тише, как тише, накинулась? Тише. Лен, я про... Лена, Лен, успокойся, успокойся. Что ты наделал? Да идите вы! Что происходит? Лен, Лен, успокойся, я прошу тебя, ну... Сейчас, подожди. Игорь Леонидович. Да, это Дмитрий Соколовский. Лене плохо, вы не могли приехать срочно. Ну, как она? Я же просил всячески избегать стрессовых ситуаций.
Сейчас приступ удалось купировать, но в дальнейшем следует соблюдать режим полного покоя. Иначе Елену снова придется класть в больницу. Чем это закончится, сказать трудно. Понимаете, у нас сын подросток со всеми проблемами переходного возраста. Но я попробую с ним поговорить так, чтобы он все понял. Что, меня опять в больницу увозят? Нет, 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 нет. Пожалуйста, не надо. Я просто приехал вас проведать. Я не буду мешать. Скажите, доктор, я уже не стану прежней, да? Ну что вы. Все обязательно наладится. Сейчас важно проявить терпение, думать только о хорошем и не выяснять ни с кем отношения, тем более с собственным сыном. Я не выясняла с Сашей отношения. Он просто меня боится и стыдится. Я не понимаю, что мне с этим делать. У меня есть друг Андрей. Мы с ним дружим еще со школы. У него тяжело больна дочь. Родилась с сильной патологией, и все врачи как один твердили, что надеяться не на что. Но Андрей был уверен, что его малышка однажды поправится. Он никогда не говорил «если», только «когда поправится». И что же? Ну, если честно, поначалу я тоже думал, что девочка безнадежна. Но Андрей заразил меня своей уверенностью. И представляете, совсем недавно Маша пошла на поправку. Маша? Медленно, но пошла. Какое хорошее имя, Маша. Ну вот, вы уже и улыбаетесь. Это значит, что лед тронулся. Теперь самое важное – запастись терпением и строго выполнять мои предписания. Договорились? Да, я постараюсь. О, у нас праздник. Я ужасно голодный. У меня для тебя сюрприз. Надеюсь, приятный? Конечно. Ну? У нас будет ребенок. Что будем делать? В смысле? Ну, аборт? Какой аборт? Хорошо, я скажу по-другому. Сколько стоит аборт в хорошей клинике? Даже не думай. Я никакой аборт делать не буду. Маня, сейчас о ребенке не может быть и речи. Это почему? А тебе нужно объяснить. Ты сама все прекрасно понимаешь. Ты боишься, что жена узнает? Перестанет на тебя работать? Что ты несешь? А что? Боишься, что без Леночки твоя архитектурная компашка накроется медным тазом? Я давно поняла, что ты без нее ноль, без палочки. Ты дура. Хорошо. Правда? Лен, а ты последнее время совсем не рисуешь. Почему? Не хочется. А чего бы тебе вообще хотелось? Мне бы хотелось, чтобы была рядом моя Маша. Вы не знаете, где Дима? Когда он вернется? Почему он все время пропадает? Ну, в бюро задерживается. На работе очень много, да. Сейчас заказы просто косяком пошли. И нам не хватает твоей умной головки. Я Диме запретила, чтобы он тебя беспокоил рабочими вопросами. Ты сейчас поедешь, отдохнешь в санаторий. Приедешь веселенькая. Ну, а потом можно будет подумать о маленькой доченьке или сыночке. Нельзя будет подумать о маленькой доченьке или сыночке.
меня больше не может быть детей. Приемная никого нет, а я пришла по важному делу. А здороваться вас не научили, да? Здрасте, Наталья Олеговна. Мы с вами не знакомы, я пришла исправить эту ошибку. Я вас слушаю, но постарайтесь уложиться в 5 минут. У меня важное совещание. Я успею. Я беременна от вашего сына. Хочу выйти за него замуж. Ну, это ж вряд ли. Но если вы настолько беспринципные, что влезли в постель к женатому мужчине, это же вовсе не значит, что... Стоп. Не вам говорить мне о беспринципности, Наталья Олеговна. Я вас не понимаю. Впрочем, понимать не хочу. Если вы сейчас не выйдете, я вызову охрану. Я не подумаю. Не в ваших интересах устраивать шумиху. Давайте лучше поговорим о вашей знакомой. Плохом враче, не анатологе, Алле Савицкой. Я в вашем очень интересном разговоре с ней. Добрый вечер. Саш, подойди. Это будет долго продолжаться? Что это? Ты пропадаешь в зале до поздней ночи. Она спит? Ты как вообще разговариваешь? Не она, а мама. Не кричи, твоя жена спит. Так, не будем устраивать разборки. Мама через 3 дня поедет в санаторий. У тебя будет месяц подумать над своим поведением, да? Спокойной ночи. Спокойной. Мам, у тебя что-то случилось? Сам разберусь в своих делах. Не надо меня воспитывать. Главное сделать так, чтобы Лена ни о чем не узнала. А как же Марина? И ваш ребенок? Тебе не стыдно, нет? Что, прости? Стыдно? А за что мне должно быть стыдно? Я что, соблазнил юную выпускницу Института благородных девиц? Марина с самого начала знала, что у меня есть жена, семья. Да, ее какое-то время это устраивало. А потом решила она меня связать этим ребенком. Смешно. Ах, смешно? Это не смешно. Это не смешно. Ты махровый эгоист, дорогой мой сын. Ты пренебрегаешь чувством девушки, которая питает тебе искреннюю любовь. Что, прости? Любовь? Я вот сейчас смотрю на тебя и думаю, это вообще ты? Да. Это я. Я долгое время считала, что Лена, она прекрасная мать, прекрасная жена, но это все в прошлом. Понимаешь? Лена больна. Она всех нас. Прежде всего, она тебя. Это депрессивная болото. Саша боится ее. Ты же потеряла какую-то женскую привлекательность. Дима, тебе надо с Леной. Что? Ну, говори, развестись. Ты недавно упрекала меня в мелких интрижках, а сейчас ты мне говоришь, разводись. Да, тебе надо развестись с Леной и жениться на Марине. Ты в своем уме? Вообще подумай, как наше бюро будет существовать без Лениных идей. Жизнь – это не только работа. Это все философия. Да, в жизни много красивых женщин, но это не повод для развода. Все.
Лен? Зачем чемодан? Поездка только через 3 дня. А я решила вещи перебрать. Может, придется что-то постирать. Ты не представляешь, как я рад, что ты дома, что мы все вместе, что ты возвращаешься к нормальной жизни. Дима, нам пора. Да, мам, сейчас иду. Ну что, давеча? Мы принимаем ваши условия встречи через месяц. Кто это был? Солидная компания из Арабских Эмиратов. Они хотят нам заказать проект туристического комплекса. Им очень понравился испанский проект, они хотят подобное. Прямо сказали, в фантазиях себя не ограничивать, о финансах не думать. Так, ну что мы будем делать? Лена совсем не в форме. Сынок, я думаю, что тебе стоит поехать в санаторий вместе с женой. На несколько дней, да? Нужно окружить заботой, любовью, вниманием. Нужно устроить нечто подобное 2-го медового месяца. Тебе надо будет вдохновить Лену на работу. Мам, ты вчера с пеной у рта доказывала, что ты должен жениться на Марине. А сегодня ты мне говоришь, что я должен устроить 2-й медовый месяц с Леной. Ты уже определись как-нибудь. Ты, во-первых, успокойся. И давай будем последовательными. Сейчас для нас в приоритете дела нашего архитектурного бюро. Да ты что? Неужели? Угу. Твой сарказм неуместен. Ну, услышь меня. Как только Лена поможет нам с арабским проектом, мы можем заняться разводом. У нас будет время, деньги. И можем спокойно, без спешки, найти какого-нибудь талантливого молодого архитектора, который будет предлагать и денег уже Лены. Вот надо было об этом раньше подумать. Надо было. Здравствуй, сынок. Привет. Я хочу с тобой поговорить. Демид, да, я сейчас выхожу. Прости, мама, у меня тренировка. Не могу. Саша, это очень важно. Саша, я тебя прошу, пожалуйста. Саша! Привет. Лена, все? Пойду скажу, что поеду с ней. Подожди. Лены нет. А где она? Не знаю. Чемодана нет. Билет на самолет тоже нет. Как нет? Вот так вот. Подожди, я сейчас ей позвоню. Она вне зоны доступа. Привет, пап. Это ты опять что-то маме наговорил? Я ничего ей не говорил. Утром все было нормально. А что случилось? Дима! Дима, я тут записку на столе нашла. Дмитрий, я подаю на развод в Карловы Вары. Можешь ехать со своей Мариной. Надеюсь, вашему ребенку это пойдет на пользу, Саша, я потом сама все объясню. А какая Марина? И о каком ребенке идет речь? Иди в свою комнату. Ты опять влезла. Не смей говорить со мной в таком тоне. Прости. Прощаю. Я Лене ничего не говорила.
Ну вот, проходи. Ну как, устраивает? Я спрашиваю, жилье устраивает? Да, да. Теперь главное, чтобы меня устраивало в плане работы. Жилье муниципальное. Работаешь? Прекрасно живи. Не работаешь? До свидос. Вот ключи. Старайся. Витенька, ты? Ты вообще понимаешь, что это наделал? Ты разрушил не только мою семью, но и наше бюро. Я ничего не понимаю, что случилось. Врешь, ты все прекрасно понимаешь. Зачем ты рассказала Лене о наших отношениях? Сначала ты пришла к моей матери, потом к Жене. Может, ты еще с сыном моим поговоришь? Если надо будет, поговорю. У меня тоже сын будет или дочь. И будущее его волнует меня больше всего. Тогда чего ты хотела от моей жены? Да я не видела никогда твою жену и ничего не рассказывала. Кто ей рассказал? Только не говори, что это моя мама. А ты маме веришь больше, чем мне? Да, потому что она моя мать, а ты? А я кто? Хватит, хватит. Витенька, больно. Что-то не так. Ой, эти машины далеко. Подъезда. Ой, не дойду. Больно. Алло. Мне надо, чтобы вы сделали побыстрее. Так, черновик договора, пожалуйста. Хорошо. Зачем ты приехал? Всю ночь не спал. Пойди поспи. Да не могу я спать, не могу. Слава богу, с Мариной все обошлось. Была угроза выкидыша. Надо Ленку искать, уговаривать ее вернуться. А зачем? Это был ее выбор. Мы для Лены сделали все, что могли. Мы нянчились с ней, мы ее лечили, мы окружили ее заботой и вниманием. А она оказалась просто неблагодарной дрянью. Показала свою истинную сущность. А если она с собой что-нибудь сделает? Или уже сделала? Врач предупреждал о повторной попытке суицида. Ну так позвони врачу, посоветуйся. Так что, Андрюха, это японская методика, она даже не экспериментальная. По ней такие деты, как Машуля, уже 2 года лечат. Сейчас ко мне зайдем, я тебе все подробно расскажу. Ты думаешь, я что-нибудь пойму? Я все-таки больше по финансам. Ну, это ты кокетничаешь, ты многим детским врачам фору дашь. И потом лучше мамы, ну, в нашем случае папы, своего ребенка никто не знает. И вообще, я тобой горжусь, дружище. Игорь, давай без этих пафосных речей. Давай, ты большой молодец. Твоя дочурка назло вот этим всем карабкается и выкарабкается, я уверен. Тут взрослые порой не выдерживают, ломаются. Помнишь ту женщину, которую ты из окна снял? Конечно, помню, как она. Плохо. Я ее выписал и, если честно, сделал ошибку. Ну вы нормальные люди вообще, а? Я же утром все убрала. Совести у вас нет. Смотри, какая совестлива. Пришла, рули здесь все. Как мы без тебя жили? Картон только не трогай, Ага, сейчас. Собирать буду вам картон. Иди к нам. Серьезно, присаживайся. Ага, сейчас. Не, ну ты ж посмотри, у нас и выпить есть. И закусить. Да и вообще тебе понравится. Давай знакомиться. Руки убрал! Спокойно, Гады, я сейчас к участковому пойду. Я вам устрою. Уроды чумазые. Ты на себя посмотри. Королева мусорных свалок. Давай, наливай пока. Скорее всего, это Дмитрий Соколовский сам виноват в том, что Лена ушла из дома. С чего ты взял? Ну, во-первых, он убеждал меня не обращаться в полицию. Во-вторых, Лена очень ориентирована на семью, и раз уж она ушла, то только потому, что ее окончательно допекли. Учитывая ее состояние при выписке, я переживаю, как бы она с собой ничего не сделала.
Так зачем ты ее выписал, если ты понимал, что она в плохом состоянии? Ну, она хотела этого очень. Я рассчитывал на домашний уют, на сына, на мужа. По всей видимости, напрасно. Ладно, давай сделаем так. Я попрошу ребят из службы безопасности нашего банка, чтобы они помогли найти Лену. Ну да, и они все бросят и будут искать постороннего человека. Там все свои, я думаю, не откажут. Только нужен адрес Лены. Тот, откуда она ушла, он ведь у тебя есть. Ну да, конечно, есть. У меня и фотографии ее есть. Андрю, а что это ты так завелся? Какое тебе дело до этой Соколовской? Да какая-то странная, почти мистическая история. Так. Получается, я ее уже в третий раз должен спасать. И тогда, после аварии, я пообещал Лене, что у нее все будет хорошо. И она мне поверила. Ты дома? Мариш, а ты не рано выписаться? Может, стоило еще на пару дней остаться в больнице? Да нет, Митюш. Все хорошо. Я страшно по тебе соскучилась. Если тебе будет что-нибудь нужно, я тебе завтра привезу. Судя по всему, мы с малышом не заслужили твоего внимания. Ну, что ты взяла? Что ты привез меня сюда, а не к себе домой. Оставишь одно, если мне плохо станет. Марина, ты только что сказал, что с тобой все хорошо. Не надо меня шантажировать, я не приведу тебя домой. Мить. По крайней мере, сейчас. Марина, мне нужно поговорить с сыном, объяснить ему все. Прости. Все хорошо. Я буду ждать. Пап. Мама от нас ушла навсегда, да? Как видишь. Все из-за этой тетки твоей. Из-за Мариночки? Нет. Она ушла, потому что ей так захотелось. Потому что мы ей стали не нужны. Но ведь она же нас любила раньше. Если бы любила, не ушла бы. Все, давай закроем этот разговор. Думай лучше об игре. Как скажешь. Вот, смотри. Эту Елену Соколовскую нужно срочно разыскать. Угу. Я проверил, в том районе, откуда Лена ушла, есть два отделения нашего банка. Так, и что? У нас ведь на каждом углу там видеокамеры стоят. Ты можешь мне дать видеозапись с них? Что, все? Ну, нет, конечно, только в тот день, когда Лена пропала. Хорошо, называй день, какой тебя интересует, я скопирую видеозаписи. Вот, смотри. Подожди. Если у нее есть кредитная карта нашего банка, мы сможем найти ее, ну, быстрее. Так, все, собираемся, грузимся в автобус. В смысле? Давай, на воротах стоишь. Почему я должна просто стоять? Давай, почему ты ничего не забыл? Все, давай. Саш, сынок. Чего тебе? Ну, как дела? У вас матч? Какая тебе разница? Ты меня бросила. Я тебя не бросала. Я ушла от твоего отца. Но это другое, Саш. Я тебе объясню. Соколовский! Мы на игру опаздываем. Ты хочешь, чтобы нам техническое поражение записали? Мне надо идти, мам. Ты, пожалуйста, приди ко мне, ладно? Соколовский. Простите, пожалуйста. Привет, Олег. Привет, Андрюш.
Ну как? Все видео смотрел уже? Смеешься только треть. Ну ты не парься больше. Нашли мы твою беглянку. Рассчиталась нашей картой в продуктовом магазине. Файлы тебе уже выслал. Спасибо тебе. С меня причитается. Ну, так еще бы. Ну хорошо, давай. Пока. Привет. Здравствуйте, а вы к кому? Я к вам. Войти можно? Ну да. Добрый день. Ну что? Меня кто-то представит молодому человеку или я сама? Меня зовут Марина. Мы с твоим папой очень любим друг друга. И у тебя скоро будет братик или сестричка. Какая сестричка? Значит, мама ушла из-за нее? Не из-за того, что мы ей не нужны, да? Саш. Что, Саш? Пускай она уматывает отсюда. Ты как разговариваешь? В этом доме я буду решать, кто будет уходить, а кому оставаться. Тогда я сам иду к маме. Ты знаешь, где мама? Чё ты молчишь? Где мама? Тебя это не касается. И знаешь что? Я тебя ненавижу, предатель! Саша! Саша! Подожди. Ничего, он успокоится и вернется. Вот увидишь. Все, все будет хорошо. Блин, какая же квартира. Забыл. Мама! 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 Ты чё разорался? Люди спят, а ну иди отсюда. Иди, иди. Сашин телефон. Ты как думаешь, он его забыл или специально не взял? Ну, конечно, забыл. Не надо было так резко с мальчиком. Вообще, стоило подготовить сына к встрече с Мариной. А кто знал, что она придет, мама? Я ее просил подождать. Видишь, что получилось? Ну, да. Марина своего не упустит. По головам пойдет. Не то, что Лена. Мам, ты же совсем недавно, совсем... В общем, надо посмотреть телефон его друзей, не знаю. Вы не волнуйтесь, мы его обязательно найдем, правда?
хочешь на завтрак? Зачем делать вид, что все хорошо? Саша до сих пор нет. Он вернется, вот увидишь. Он же говорит, что поедет к маме. Хорошо бы еще узнать, где эта мама. Дима, вот нашла. На полу Саша в комнате. По-моему, это Лена написала адрес. Дима, ты позвонишь, да? Я жду, Дима. Женщина, не подскажете, это 12-й дом? Женщина. Сашка, у тебя? Нет. Приходил? Нет, а что случилось? А тебе стало интересно? Ты же ушла из семьи. Я из семьи не уходила, Дима, я от тебя ушла. Я не хочу это обсуждать. У нас сын пропал, надо писать заявление. Я с тобой. Нет, двор мети, у тебя это отлично получается. Увольняюсь. Завтра приеду заявление писать. Ой, Юлька, у них огромный дом. Митин папа его сам проектировал, представляешь, для всей семьи. Да нет у них и домработницы не было никогда. Прикинь, Митина бывшая все сама делала. Готовила, убирала, в саду возилась. Да нет, не могу, это что, я же беременна. Поверь, будет у меня домработница и садовник, няня для ребенка. Гости? Конечно, приезжай. Когда можешь, тогда и приезжай. Здравствуйте, мне... Мне нужен номер службы, скорой помощи, справочной, да. Слушай, нашли? Сколько лет? Нет, это не Саша. Да, слушаю. Да, что? Он жив? О, боже мой. Я пишу номер. Сейчас, небось, сидит с каким-то другом и стрелялки режется. Появится. Я не знаю, что я с ним сделаю. Не смей. Ты нам с отцом в детстве такие фестивали устраивал. Саша не снилась. И никто тебе даже пальцем не тронул. А надо было пить. Алло, здравствуйте. К вам ночью привезли мальчика. Это его мать. Что с ним, в каком он состоянии? Операция? О, Господи, я поняла. Я еду. Валик. Да, Валь. Да, я понял, иду. Клиенты пришли, нужно идти. Да, иди, конечно. Да, оставлю тебе свой телефон. Если будут звонить с полиции, сразу зови меня. Дима. Все будет хорошо. Что же я наделала? Вы мама, поступившая ночью мальчика? Да, как он? Не очень жаль. Мы сделали все возможное, но были травмы, несовместимые с жизнью. Извините, но вам придется пойти в морг на опознание. Галя, давай, давай, ну ты знаешь что, давай. Давайте мы вас проводим в процедурную. Укольчик сделаем. Я в порядке. Я в порядке. Пойдемте. Нам туда.
Проходите, пожалуйста. Радость, а у кого-то горе. Как тонкий лед граница сна, растаял тихо мир зеркальный. Опять звучит аккорд печальный, в словах фальшивых пустота. Мелькание лиц, как листопад, осенний ветер их уносит. И никого никто не спросит, зачем посажен этот сад. Ты только верь, ждет счастье где-то там впереди. Так много света за ночью темное утро будет. Восход вернется, день наступит. Ты только верь, ты только верь. Пацаны, там в кабинете Дерека сейчас такое происходит. Группа в полном составе с контрольной свалила. Не, математичка в обмороке валяется, а Дерек ее водой поливает. Ну, лучше бы пивом. Слушай, я вообще не понимаю, нафиг нам эта математика, блин? Плитку класть и стены штукатурить, капец сложно. Стопудово. Ну, отойди. Давай. Да, давай. Миша! Миша! Стой! Слышь, ты что, шпионил за нами? Ничего я не шпионил. Мобилу гони! Крутая, небось? Я вам ничего не дам. Слышь, что это за кроссовочки у тебя, а? Дашь примерить? А что у тебя в рюкзаке? Да идите вы! Слышь, сюда иди! Стой! Стой! Что, вы знаете, как с нами шпионить, да? Пропилу гони! А, видишь, давай, что вызывать! Рюкзак, знаешь? Помогите! Пропил! Помогите! Вы знаете, как шпионить? Эй, что вы там делаете? А ну отпустите его, придурки! А то собаку на вас накушу! Бегом, я сказала! А ну идем! Как ты тут? А? А ну покажи! Сиди! Слава богу, живой! А ну покажись! Ой, потерпи, сейчас я позвоню. Скорую. Алло? Скорая? Тут ребенка избили хулиганы. Где? Полевая 14. Фамилия Левченко. Да, я буду рядом, да. Да. Все, сейчас приедут. Можно мне? Что? А, родителям, ну, звони. Господи. Слушай, Сашка, ты где? Я сейчас приеду. Оставайся там, я сейчас приеду. Валик, я уехал. Хорошо. Хожу на пятый этаж. Это мастеру напишите заявление. Да я говорила с мастером лично. Я эти вопросы не решаю, понимаешь? Кто Лена, решает? Подожди, подожди. Где тебя носит, дорогая? Почему до сих пор не убрана? А? Соколовская! Оглохла! Я к тебе обращаюсь! Взяла метлой за работу! Быстро! Не кричите, пожалуйста, я
Очень устала. Что это значит не грешить-то, а? Я тебя на работу взяла, без трудовой книжки. Я тебе жилье дала. Так, ты уволена. Слышишь меня? Уволена! И с завтрашнего дня, чтобы в моей квартире духу твоего не было. Тоже мне. Ну, подождите, вы не видите, человек плохо. Лена, а вы меня помните? С утра напились. И весь день свободный, конечно. Да помолчите вы. Я тебе помолчу. У меня своих начальников полу, правильно? Ты мне не ухаживай. Надо поспать. Нет, ну вы видели, а? Вот так пожалею убогих, они тебе на голову сядут. Алло, Игорь, я нашел Лену. Да, так хорошо, а слить-то? Плохо. Ну, ты можешь приехать? Голова не кружится? Не тошнит? Здесь не болит? Рукой можешь шевелить? Сашка, ты как? Кто это сделал? Да так, местные. Это вот им спасибо. Брут классный. Всех разогнал. Я могу забрать сына домой? Можете, но я бы рекомендовал его осмотреть в условиях стационара. Мы отвезем его в больницу скорой помощи. Да, хорошо. Можешь встать? Да. Давай. Заходи. Сань, ты не волнуйся. Я за тобой поеду. Спасибо вам большое. Я не знаю, как вас благодарить. Возьмите мою визитку. Если вдруг понадобится помощь, вы звоните, не стесняйтесь. Я постараюсь помочь. Вы лучше сыну своему помогите. Видать, нет хорошей жизни. Он шастает, где попало и с кем попало. Сань, может, стоило полежать пару дней в больнице под присмотром врача? Пап, рентген сделали. Переломов, трещин нет. А голова не болит, не тошнит? Доктор уже спрашивал. Все нормально. Ладно, сейчас пойдем домой, а то бабушка нервничает. А где эта твоя? Я прошу тебя, не начинай. Я устал, как собака, всю ночь тебя искал. Пап, ты так и не ответил на вопрос. Где эта твоя Мариночка? У нас дома? Да, Марина у нас дома, потому что она теперь часть нашей семьи. У нас ребенок будет. Да не надо мне ничего объяснять. Если Марина у нас дома, я домой не поеду. Отвези меня к маме, она меня ждет. С чего ты это взял? Она мне написала, она меня любит. Ей кроме меня никто не нужен. Сынок, послушай, ты уже взрослый. И должен понимать, что в жизни бывают разные обстоятельства. Если ты меня не отвезешь к маме, я сам дойду. Правда, у меня есть адрес, но я не знаю квартиру. Но сейчас день, я весь дом обойду. Ладно, поехали. Ой, извините. Мы, наверное, ошиблись квартирой. Нам нужна Елена Соколовская. Нет, вы не ошиблись. Все правильно. Она здесь живет, только сейчас спит. А ты, наверное, Саша. Да. Заходите, мама будет очень рада. Говоришь, что кроме тебя никто не нужен? Саша, подожди, давай поговорим. Ему не о чем с тобой разговаривать. Ни с тобой, ни с ней. Так и передай, когда выспится. Что за шум? Кто это был? Да, ерунда какая-то получилась. Ну что теперь? Поехали домой. Я есть хочу. Поехали.
ей не придется опять к тебе в клинику ложиться? Нет, с чего ты взял? Но она в очень плохом состоянии. Это шоковое состояние, которое вызвано сильным стрессом. Она после укола будет в норме. Тут вопрос в другом, что дальше делать. Ей сейчас одной никак нельзя. Надо убедить ее вернуться домой к мужу. Нет, к мужу я не вернусь, это невозможно. А вы, Игорь Леонидович, как здесь оказались? Андрей, мой друг, он позвонил мне. Присаживайтесь, пожалуйста. Лен, что случилось? Вы снова были на грани срыва. Саша, мой сын, он пропал. Не волнуйтесь, с ним все в порядке. Он приходил вместе с вашим мужем, вы спали. О, Боже, мне надо срочно к нему. Нет, нет, ни в коем случае, подождите. Мы дома. Саша? Сашенька? Сашенька? Саша, родненький мой, господи, господи, Сашенька, ну что же это так, а? Ну что ты смерти моя, Коля, ну как же так можно? Ты ж... Что? У тебя где-то болит, да? Идем, идем, идем. Нет, подожди, подожди, ты садись. Садись, я посмотрю. Ты цел вообще, а? Где болит? Перестань, бабуль. Все со мной хорошо. Саша, прости меня, пожалуйста, я была не права. Давай жить дружно. Давайте попробуем. Так, вы кормить нас будете, нет? Ну, конечно. Значит, все хорошо. Все, пошли. Пойдем, пойдем. Ты голодный, мой? Пойдем. Мне надо срочно к сыну. Я должна понять, что произошло. Вам сейчас прежде всего нужно отдыхать. Лен, давайте сделаем так. Сегодня вы отдыхаете, приходите в себя, а завтра я отвезу вас к сыну. Вы? Да. Кроме того, вам нужно еще заехать ко мне в больницу на осмотр. Я отвезу Лену. Мы заедем к сыну, а потом приедем в больницу. Ну хорошо, я согласна. Тогда жду вас после обеда. Но до этого времени я очень вас прошу, не выходите из дома одна. Хорошо. Ты почему еще здесь? Я что, непонятно вчера объяснила тебе? Доброе утро. А ну-ка, выметайся немедленно отсюда. У тебя час всего, иначе полицию вызову. И прекращай бухать. Последние мозги пропьешь. Пора уже Димона заменять. О, а ты че пришел, Сашила? Неужели ты думал, что тренер тебя с фингалами на поле выпустит? Ты дома облом торчать. Кстати, как вы тут справляетесь без меня? Ой, нашел что-то Месси. Да. Я не Месси. Я Соколовский. Ладно, пацаны. На следующей тренировке буду. Давай, покеда. Пока. Саша, сынок, что случилось? Отстань. Это я хочу тебя спросить, что случилось? Почему у нас сейчас все кувырком? У нас была нормальная семья. Почему сейчас все не так? Почему в нашем доме сейчас вместо тебя это Марина? Почему в твоей квартире какой-то дурацкий мужик? Саша, это мой доктор, Игорь Леонидович. Доктор, говоришь? Не ври, я знаю твоего доктора. Там был другой. Значит, это его друг. Друг, говоришь? Оба вы с отцом предатели. Саша, я тебя не предавала, слышишь меня? Мне, кроме тебя, никто не нужен, Саша. А как же друг Игорь Леонидович? Тебе тоже не нужен, да? Давай. Вот и иди к нему. Саш. До свидос. Саша! Да, Андрей. Нет, я не дома. Извините, вы не могли бы меня забрать со стадиона «Восток», пожалуйста? Ну и пришлось собрать вещи, съехать. Квартира же служебная. Ну, ничего, я говорила с сантехником из соседнего дома. Он сказал, что поможет мне устроиться в магазин уборщицы. Там есть подсобное помещение, кладовка. Я смогу там ночевать, а потом сниму квартиру. Так что все в порядке. У меня только просьба к вам, Игорь Леонидович, вы, пожалуйста,
Выпишите мне какое-нибудь лекарство, чтобы у меня нервы в порядке были, потому что меня из уборщиц выгонят. Лена, я вас умоляю, давайте без вот этих уборщиц, подсобок, пожалуйста. Ну, не в вашем состоянии. Вы за последнее время дважды были на грани срыва. Ну, вы понимаете это. Спасибо Андрею, нашел вас. Он, между прочим, всю службу безопасности банка на ноги поднял. Игорь. Игорь Леонидович, в седьмую палату тяжелый поступил, вас ждут. Иду, я быстро. Простите, мне просто неловко, я не понимаю, зачем вам это нужно? Ну, так сразу не объяснишь. Почему? Потому что почти год назад, помогая одной молодой женщине прийти в себя после серьезной аварии, я пообещал, что все будет хорошо. Главное... Верить, это были вы. Это невероятно. И я после аварии, когда в коме лежала, я все время слышала ваш голос, и он говорил мне, что надо верить, и надо возвращаться, и, наверное... Благодаря вам... Я вернулась. Я рад, что это так. Вы же... Это же вы, Андрей, друг Игоря Леонидовича. Он мне о вас рассказывал. У вас еще маленькая дочка, и вы с ней победили страшную болезнь. Почти победили. Но очень стремимся к этому. Класс, какая вода теплая. Юль, хочешь искупаться? О, не, спасибо, я не сегодня, я, может, как-то в другой раз. О, круто. А где обещанная прислуга? Ты, помнится, собиралась обзавестись, как только. Ну, не переживай, все у меня будет. Нужно подождать. Угу. Как тебя? Мои владения? Если честно, я в ауте. Я такое только в сериалах видела. Ой, Юлька, мне кажется, что я живу в сериале. А ты уверена в хэппи-энде? Ты о чем? Тебе Дмитрий предложение сделал? Не сделал, сделает, как только разведется. А почему такая уверенность? Его мама на моей стороне. А он к ней очень прислушивается. Спасибо тебе, Юлька. Если бы ты тогда не послушала разговор мамаши с Савицкой, все бы могло по-другому сложиться. Спасибо, на хлеб не намажешь? Ты о чем? О 20 тысячах евро. Каких 20 тысячах? Ну, которые ты заплатишь мне за то, что Соколовский никогда не узнает, что похоронил чужого ребенка. Ты с ума сошла? Я тут при чем? Это его мама. Ну, ты же знала, правда. Интересно, как отреагирует Дмитрий на то, что ты скрыла от него такую правду? Юль, ты что? Да мы же дружим с первого курса мединститута. Да. Только у тебя теперь хоромы, жених богатый, клизмы, уколы, все в прошлом. А у меня что? Квартира съемная, зарплата копеечная. Это как-то несправедливо. По отношению к тому человеку, которому ты всем этим обязана. Правда? Хорошо. Я заплачу тебе за помощь. Только Дмитрий женится на мне, подарит какие-то украшения, я их продам. Месяц. Деньги отдашь через месяц. Иначе Дмитрий все узнает. Бай-бай, подружка.
красивущая, такая серьезная. У меня Сашка в ее возрасте или рыдал, или хохотал. Да, это последствия болезни. Я ее еще ни разу не видел улыбающейся. Лен, я тут подумал, давайте я положу вас к нам в больницу еще на несколько дней, пожалуйста. Потому что, ну какая подсобка, какой магазин? Ну, пожалуйста, умоляю, здесь вы и подлечитесь, и отдохнете. Если вы считаете, что это будет лучше... Считаю. У меня есть другое предложение. Да. Лена, приглашаю вас пожить в деревне у моей мамы. Моя комната в вашем распоряжении. Я сейчас живу в городе, в Сосновку приезжаю к своим только на выходные. Нет, Андрей, спасибо, но это исключено. А что? Мне идея нравится. Не волнуйтесь, Любовь Ивановна, мама Андрюши замечательная, поверьте. Да я не об этом, я верю, я о другом. Я не могу сидеть ни у кого на шее. Тем более в деревне я вряд ли найду работу. Считайте, что уже нашли. Поедете няней к моей Машеньке. Маме нужна помощь. Детей, как я вижу, вы любите. Соглашайтесь. Вам сейчас нужна реальная перезагрузка. Сосновка подойдет. Я не знаю. Зато я знаю. Поедемте. Мам. Смотри, я тут набросал несколько эскизов. Наконец-то. На. Ну, ты же знаешь, что сроки конкурса, они минимальные. Да че не спешат. Им землю выделили под жилой комплекс. Чем? Я понимаю, что ты просто скомпилировал старый проект Ильяны? Причем не самым лучшим образом. С каких пор, Наталья Олеговна, вы стали крутым экспертом в архитектуре? С тех самых пор, как вышла замуж за твоего отца. Одного из лучших архитекторов страны. Хотел убедить меня, не получилось. Кстати, твой отец очень ценил мое мнение. Я его тоже ценю, но ты могла подойти к моим работам не так критично. Я повторюсь, я тебя люблю. Но я обязана быть объективной. Лена, Лена, как нам нужна твоя светлая голова? Вот как ты заговорила. А кто настаивал на моем разводе? Подожди, Дим. Что? Ну вот, возьми. Валерий Корзунов, ученик твоего отца. Ты позвони ему, заинтересуй. Может быть, он подбросит какую-то идею для конкурса. Проходите, не стесняйтесь. Мама! Я здесь! Ой, здравствуй, сынок! Здравствуйте. Добрый день. Привет, солнышко. Привет, мама. Привет. Знакомьтесь, это Лена, она архитектор. Моя мама... Любовь Ивановна, учитель химии и биологии в отставке. На пенсии. Очень приятно. Мне тоже. Малышка. Мама, кстати, бывший классный руководитель вашего лечащего врача Игоря Леонидовича. Мы с вами пойдем знакомиться. Пойдем, иди сюда. Иди, мой хороший. Это Лена. Можно возьму? Ну, здравствуй, Маша. Я,
Смотри, какие яблочки. Скоро будет кушать Машуля. Да, ты уже готова. Сынок, ты прости меня, но я должна спросить. Вот ты едва знаком с Леной, а так переживаешь за нее. Почему? Не знаю. Зацепила она меня как-то. Ну, Лена пациентка Игоря. Значит, у нее какие-то проблемы с психикой. А у нас Маша. Мам, не волнуйся. Лена вполне здорова. Можешь спросить у Игоря. Разве я иначе привез бы ее сюда? И потом... Посмотри. Нет, нет, нет. Есть мы их не будем. Будем нюхать. Давай. А, как пахнет. А, понюхай. Маша у нее впервые улыбнулась в руках. Да. Это много значит и для нее, и для нас. Привет, бабуль. Привет. Так, аппетит не перебивай. Скоро будем ужинать. А я не голодный. После тренировки не сочиняй. Кстати, Марина вкусные котлеты приготовила. Ты их любишь? Я люблю только мамины. А то, что готовит эта Мариночка, невкусно и противно. Может, хватит, а? Марина станет скоро женой твоего отца. И нам надо учиться жить в мире. Я не хочу учиться этому. И вообще я здесь жить не хочу. Куда ты денешься? Любовь Ивановна, Машенька спит? Я вам готова помочь. Не надо, детка, я сама. Отдыхай. Маленький ребенок много сил отнимает. Вы знаете, нет, прибавляет. Правда. Для меня ведь эта неделя рядом с Машенькой – настоящий подарок судьбы. Я уже очень давно не чувствовала себя так в семье. Как когда-то с родителями. Неужели замужем было так тяжко? Нет, не тяжко. Просто как-то холодно. О, привет. Привет. Как обещал. Спасибо за помощь. А, нашел-таки свою беглянку. Да, причем очень вовремя. А, мои поздравления. А ты что, надоел деньги охранять, решил их вкладывать? Да куда уж нам. Нашему банку предлагают инвестировать в строительство экспериментального жилого комплекса. Шеф поручил пробить, я пробил. Солидная фирма из Дании. 50 лет на рынке недвижимости. Более того, они объявили конкурс на лучший проект этого самого жилого комплекса среди наших отечественных архитекторов. Вот такие дела. Я возьму? Можно? Да, пожалуйста. Спасибо тебе еще раз. Андрюш, ты заходи почаще. Добрый вечер. Как вы? Все хорошо. Любовь Ивановна с Машенькой, они читают книжки. Знаете, Андрей, Маша так слушает внимательно, она все понимает. Она выздоравливает, правда. Это все благодаря вам. Нет, конечно. Это благодаря вашей любви, вашей вере бесконечной и вашей преданности своей дочке. Лена, я хотел вам кое-что показать. Вот, посмотрите.
Эта датская компания, она объявила конкурс на лучшее архитектурное решение. Это же это коттеджный поселок. Андрей, вы не представляете, я когда-то просто мечтала заняться таким проектом и сделать его не просто современным, стильным, а, ну, очень комфортным, простым, но при этом продуманным до мелочей. Так, может быть, вам стоит принять участие? Нет, это невозможно. Вы не представляете, что вы мне предлагаете. Почему? Потому что я не могу конкурировать с крупным бюро, и потому что архитектура требует внутренней гармонии. А у меня с этим проблемы с некоторых пор. Лен, послушайте. Вы не правы. Ведь если чего-то очень сильно захотеть и поверить в это так, как будто нового варианта нет, то это обязательно сбудется. Мне ведь тоже говорили, что Маша никогда не станет здоровым ребенком. Не нужно заниматься самообманом, что лучшие врачи не в состоянии ничего сделать. А ты в одиночку хочешь победить болезнь. Но ведь я ее, кажется, победил. Ну что? Как прошла твоя встреча с Корзуном? Он готов нам помочь? Готов, причем с большим удовольствием, за 25 тысяч евро. Во как! Люди меняются. А ведь только благодаря твоему отцу он стал тем, кем есть сейчас, этот Валерка. Ну да ладно. Если выиграем датский конкурс, деньги вернутся в пятикратном размере. Ты номер счета у него взял? Нет. Он хочет наличными. Дим, подожди. Что? Ты сына совсем забросил. Мальчик где-то пропадает целыми днями. Я боюсь, что он связался с дурной компанией. Ну, поговори с ним. Пыталась. Отказывается наотрез. Мам, не накручивай ни меня, ни себя. Сашка целыми днями пропадает на тренировке. С друзьями гуляет. Лето. Услышь меня. Он реже старается быть дома. Из-за Марины. Не говори ерунды. Очень красиво. Спасибо. Значит, вы все-таки решили принять участие в конкурсе? Мне просто стало очень стыдно перед вами и перед Машей. Вы такие герои, а я тут со своими пафосными речами о гармонии и все такое. Меньше всего мне хотелось вызвать у вас такие чувства и эмоции. Но я рад результату. И желаю вам победить. Датчане своим конкурсом такой переполох среди архитекторов устроили. Впервые вижу. Потому что впервые будет строиться, по сути, мини-город со своей инфраструктурой. И компания, которая выиграет конкурс, будет обеспечена солидным финансированием на долгое время. Я надеюсь, твой Корзунов стоит 25 тысяч евро. Мариш, ты как? Тоже нет, все время. Ну, иди посиди с нами. Давай ты выпьешь ромашкового чая. Мне помогало, когда я Диме беременна была. Так, это мой? Корзунов. Да, Валерий Павлович, добрый вечер. Уже? Слушайте, вы просто гений. Проект готов. Сови завтра на ужин. Может, удастся уговорить его снизить цену. Сови. Да, да, Валерий Павлович, да, я вас понял. Слушайте, мне вот здесь мама говорит, что передает вам привет и приглашает завтра на ужин. Заодно и деньги сможете забрать. Можете? Отлично, тогда мы вас ждем. Все, всего доброго. Мам, вторая тарелка уже. Может, хватит уже?
Этот вопрос ты мне задаешь с самого детства. Сначала ходишь за мной, просишь, чтобы я испекла торт с орешками. А когда дело доходит до чистки, может, хватит уже? Кстати, я не поняла, какой праздник у нас намечается? Лена что, уже победила в конкурсе? Пока нет, но завтра комиссия объявит, кто вышел в финал. Ой, ты так уверен в положительном результате завтра, что сегодня я уже должна печь торт. Да, мам. Лена очень талантлива. Она прям засияла работой над этим проектом. Как же я был прав, что привез ее сюда. Согласна, сынок. Ты знаешь, с тех пор, как Лена появилась в нашем доме, и малышка чувствует себя намного лучше, улыбается, даже вставает, пробует. А сегодня мне показалось, что Машенька Лене мама сказала. Может, это неспроста? Может быть. Любовь Ивановна, торт потрясающий. Я ничего вкуснее не ела, правда? Спасибо. Андрюша этот торт очень любит. Но пеку его только по особенно торжественным случаям. Вот как сегодня, например. Нет, сегодня еще не торжественный случай. Я еще не победила. И вообще там в финале такие конкуренты. Лен, не скромничайте. Вы там единственный, кто не представляет крупное архитектурное бюро. Так что есть чем гордиться и что праздновать. Ладно, я, наверное, пойду уложу Машуню. Мне уже спать пора. Я сама. Точно? Да. Это все-таки как-никак твой праздник. Машунька, идем ко мне, моя сейчас девочка. Сейчас ты моя разнулечка. Скажи пока. Пока. Пойдем, моя девочка золотая. Я... Есть кто живой? У-ху. Привет, Андрюш. А я вначале поехала в нашу городскую квартиру. Звонила-звонила в дверь, а там никто не открывает. А потом решила прыгнуть в машину и рвануть сюда. Нам нужно с тобой поговорить наедине. А я пойду к Машеньке, хорошо? Хорошо. Давай поговорим. Андрюш, прости меня, пожалуйста. Я тебя очень сильно люблю. Я просто была какой-то безмозглой дурой. Я думала, я могу без тебя, а мне не получается. Слышишь? Я тебя очень сильно люблю, Андрюша. Ксюша, прекрати. Прекрати этот разговор, я не понимаю, к чему. Ты сделала свой выбор. Оставила меня и дочку, причем в тот самый момент, когда я и Маша очень нуждались в тебе. Ты просто сбежала. Да, я сбежала. Я иначе просто сошла бы с ума. Ты сам слышал, что врачи сказали. Ребенок обречен. Ребенок? Не дочка, а какой-то абстрактный ребенок. Ты извини, я оговорилась. Знаешь, а твои врачи ошиблись. Правда? Маша уже идет на поправку и даже может сказать слово «мама». Только не тебе. Кому? Вот этой вот, да? Которая только что тебе сидела и пожрала здесь глазами? Уходи. И больше никогда сюда не приезжай. Тебя больше нет в нашей с Машей жизни. Ты еще пожалеешь. Да, конечно, Валерий Павлович, я все понимаю. Ну, жаль, конечно, мама столько вкусностей наготовила. Ну, съедим, конечно. Да, до завтра. Угу. Ну, я так понимаю, он не придет. Нет, сказал, машина сломалась, ждет эвакуатор. Или врет? Да, нет. К чему эти игры? Если он решил денег заработать. Ну, что теперь? Обещал завтра утром в бюро прийти. Пойду воздухом подышу. Привет. Привет. Есть охота. Ну, так садись. А это мне на мороженое, да? Нет, это не тебе. Да,
Так, ладно, давайте ужинать. Давайте, зови Марину. Уснула? Да. Андрей, я надеюсь, вы помните, послезавтра в 10 у вас плановый осмотр у доктора. Да, конечно, помним. Только это будет послезавтра. Да, а сегодня я должна сказать вам спасибо. Вам и Маше, вы мне очень помогли. Так, интересное начало. Это не начало, это конец, мне пора. Что значит конец? Лен, что случилось? У вас красивая жена, и она вас любит. Ясно. Ну, во-первых, она моя бывшая жена. А во-вторых, чего вы решили, что она меня любит? Окно было открыто, я слышала. Но если вы все слышали, почему тогда уходите? Потому что Машеньке нужна мама. Родная мама, и она у нее есть. Не важно, почему она ушла, а важно, что она хочет вернуться к вам обоим. Мне пора, правда. Подождите. Пожалуйста, пусти меня. Нет, не пущу, не пущу. Никуда и никогда. Есть ты, есть твоя жена и ваша дочь. Не говорите глупости, пожалуйста. Выслушай меня. Моя бывшая жена предала нас с дочкой в самый трудный момент. Я вычеркнул ее из нашей с Машей жизни. И не только потому, что она сбежала. А потому, что появилась ты. И я тебя люблю. Доброе утро. Привет. Доброе. Саша, сядь позавтракай. Ты не голодна. Я на тренировку. Я провожу тебя. Ты доел? Да, спасибо. Дима, деньги для Корзина у тебя? В шкафу в гостиной. Их там нет? Ну, мам, еще раз посмотри. Ну, пойдем, посмотрим вместе. Если я их сейчас увижу... Мам, открывай. И что? Подожди. Ты подумай, может быть, ты куда-нибудь переложил их. Мам, у меня с головы пока все в порядке, я никуда не перекладывал. А что случилось? Да деньги для Корзунова пропали. Ну как пропали? В доме же никого, кроме нас, не было. Хотя... Что? Да нет. Говори. Да, Саша ночью вставала, я слышала. Дима! Дима! Дима, ты не горячись, ладно? Я в женскую консультацию. Дима, надо Сашу дождаться. Он, наверное, все объяснит. Вдруг беда случилась. Какая беда, мама? Хватит его выгораживать все время! Дима! Дим, подожди! Дима! Принесла? Держи. Все верно. Вот расписка. Спасибо. Лицо попроще сделай. Ты ничем не лучше меня.
Счастливо, подруга. Не хочу тебя больше ни видеть, ни слышать. А что здесь вообще произошло? Торнадо? Землетрясение? Тебе смешно? Да не особо. Тут убирать полдня, я вообще играть хочу. Вот эти вот деньги были в твоем рюкзаке. Какие деньги? Вот эти деньги. Я вообще не понимаю, о чем ты. Понимаешь, я тебе сейчас объясню. Дело в том, что мой сын вор. Как они оказались здесь? Где оставшиеся 20 тысяч? Да я их не брал, я не знаю вообще, о чем. Врешь, знаешь! Да не вру я ж не ты! Телефон сюда, быстро. Быстро телефон! Пока не скажешь, где оставшиеся 20 тысяч, из комнаты не выйдешь, понял? Так странно. Что? Я думала, что люблю Дмитрия. Думала, что это навсегда. Когда родился Сашка, мне казалось, что все в моей жизни уже состоялось. И это была совсем не любовь. А что? Не знаю, что угодно. Какая-то гордость за то, что самый крутой парень на курсе выбрал меня. Или благодарность его отцу за то, что меня поддержал. Или просто безумное желание во что бы то ни стало иметь семью. На что угодно, только не любовь. Теперь я это точно знаю. Откуда? От верблюда. Я люблю тебя. И мне страшно подумать, что мы могли не встретиться. От судьбы не убежишь. Она нас три раза уже сводила, и пока мы бестолковые не поняли это. Корзунов решил продать проект другому бюро. Как? А ты что, с ним не договорилась? Нет. Мне стоило только заикнуться, что мы можем отдать деньги завтра. И он заявил, что мы водим его за нос. Он психанул и бросил трубку. Неблагодарная свинья. А зачем он так поступил? Потому что он заелся. Он забыл, кто его в люди вывел. Я не о Корзуне, не мам, я о Сашке. В нашем доме вор. Дим, ну почему мы вдруг решили, что это сделал именно Саша? А кто? Часть денег мы нашли в его рюкзаке. А вдруг деньги подбросили? Мама, кроме нас никого в доме не было. Разве ты не понимаешь, на кого намекает твоя мама? На кого? Она считает, что деньги взяла я. И я этого не говорила. Я просто хотела, чтобы... Дурдом какой-то. Дурдом. Саша, завтракать. Вот паршивец. Да-да. Здравствуйте, можно зайти? Привет, да, конечно. Моя мама лечится у вас. Присаживайся. Так, для начала скажи, как тебя зовут? Александр Соколовский. Мне мама дала записку с ее адресом. Но там живут другие жильцы. Вы не поможете мне ее найти? Игорь, доброе утро. Доброе утро. Сашенька. Мама. Сашка, сынок.
Ты мой родной. Что ты здесь делаешь? Я так скучал по тебе. Прости меня. Я тоже скучала. Папа знает, что ты здесь? Нет. Как нет? Надо же ему позвонить. Он волнуется. Мам, не надо. Он считает, что я вор, и я не брала эти дурацкие деньги. Ну, поверь мне, пожалуйста. Слушай, Саш, я тебе верю. Но папе все равно надо позвонить. Он же волнуется. Ну, мы выйдем, ладно? Идите. Я понимаю. Сейчас тебе кажется, что все тебя предали. И даже я. Саш, но я клянусь тебе, это не так. А Андрей, он тебе понравится. Он необыкновенный человек. Он очень смелый, бесстрашный и благородный. Мам. Саш, ну смотри. У Андрея тяжело болела дочь. Мужчины часто отворачиваются от таких детей, оставляя женщин один на один с болезнью. А Андрей наоборот. Он не опускал руки и до последнего борется с болезнью малышки. И меня он спас. Когда все от меня отвернулись, он меня спас. Это я виноват. Прости меня. Саша, ты ни в чем не виноват. Ни в чем, я тебя понимаю. Я очень хочу, чтобы мы больше никогда не расставались. Сынок, ну так случилось, что Андрей, он теперь моя семья. Он и его дочь, и его мама. Мам, а я? А ты? Ты навсегда, Сашка. Ты мое сердце. Саша, поехали домой. Так, сюда. Ты молодчинка. Хватай. Я сейчас. Ага. Давай. Поговорим. Какая штучка. Давай поговорим. Нам не о чем с тобой разговаривать. Ты свое дело сделала, воспитала вора. Я ничего не брал! Сколько раз можно повторять? Саш, спокойно. Дим, я не хочу с тобой спорить. Но давай попробуем услышать нашего ребенка. Попробуем понять, с кем он хочет жить, и будем уважать его выбор. А я хочу понять, на что ему понадобились 20 тысяч евро. Может, ты ему сказал их украсть? Ты в своем уме. Наговаривай на маму! Так, все. Хватит! Не надо вмешиваться в наши семейные дела. Это мои семейные дела. Лена выходит за меня замуж. А значит, теперь Саша моя семья. Я буду защищать его, как собственного сына. Саша, поехали. Я буду жить с мамой. Суд будет на моей стороне. Ну что, давай знакомиться. Андрей. Саша. Очень приятно. Мне тоже. А вот и мы с хорошими новостями. Наша Маша начинает догонять в развитии сверстников. Маша? Да. Дочку Андрея зовут Маша. Так это же классно. А ты будешь самым лучшим старшим братом. Дима, мы пообедать хотим. Может, пойдешь с нами? Нет. Дим, послушай, сейчас для Марины, для своей дочки ты главная поддержка и опора. И поэтому ты должен... Нет, ты просто обязан верить в то, что все будет хорошо. Хуй к черту хорошо, Валик. Милана подтвердился диагноз. У нее лейкоз. Моей месячной дочке лейкоз.
шансов практически нет. Ни я, ни мама, ни Марина, мы не можем быть донорами костного мозга. А Саша? Что с Сашей, Саша? Саша у Лены, я с ней не общаюсь. Так, послушай, приятель. Речь идет о жизни твоего ребенка. И ради спасения ребенка ты должен собраться. Не пить. Валик. Иди к черту. Все такие правильные, честные, благородные, порядочные. Вот вы мне уже где все, вот. Дим, Дим, погоди. Дим, да погоди ты, ну. Лена. Привет. Привет. Пройдемся. Прекрасно выглядишь. Я счастлива просто, Дим. Ну да. Лихо ты всех обставила на татском конкурсе. Можно сказать, пришла с улицы и победила. Давай по существу. Меня дома ждут. Что ты хотел? Моей дочери лейкоз. Да ей всего месяц. Диагноз подтвердили. Милане нужна пересадка костного мозга. Ни я, ни Марина, ни мама не подходим в качестве доноров. Я хочу попросить тебя о донорстве, Саша. Если он, конечно, подойдет. Дима, я искренне тебе сочувствую. Это горе. Мне бы очень хотелось тебе помочь. Но я должна узнать, насколько это безопасно для Саши, понимаешь? Да, конечно. Я, конечно, буду выглядеть бессердечной дрянью. Но я откажу Дмитрию. Малышку жалко очень. Но, как выяснилось, процедура эта весьма болезненная и небезопасная. Лен, при чем тут бессердечие? Тебе в первую очередь нужно думать о здоровье своего сына. Тем более, что девочке можно помочь, обратившись в Международный банк костного мозга. Да, но поиск донора может затянуться. А у малышки, я так понимаю, совсем немного времени. Я уже поговорил с Игорем, чтобы он ускорил процесс. Мам. Я хочу помочь сестренке. Ведь я ее старший брат. А ты говорила, что старшие братья должны помогать младшим. Саша, нет. Я категорически против. Я хочу стать донором. Я так решил. Я отвезу тебя завтра в больницу, чтобы сдать анализ. Где Дима? За коньяком пошел в магазин. Страус от страха голову в песок прячет. Его же сын коньяком заливается. Каждый справляется со своей бедой как может. Что поделать? Не подходит Саша на роль донора. Но у нас надежда есть на Международный банк костного мозга. Моя девочка может не дождаться. Ну, что ты предлагаешь? Давайте найдем дочку Димы и Лены. Если она, конечно, жива. Да ты с ума сошла. Почему? Но они же сестры.
я читала. Одна пара родила ребенка, чтобы спасти старшего сына. Тогда Дима правду узнает. Ну и пусть. Да ты сама меня шантажировала, что расскажешь правду. Ты во всем виновата. Это из-за вашей халатности у моей внучки такие проблемы. Вы даже не удосужились проверить аппаратуру, и подача кислорода была почти прекращена. Ведь Машенька родилась здоровой, просто недоношенной. Это вы! Успокойтесь, хватит! Не хватит! Вы из здорового ребенка сделали инвалида. Вам улицы нельзя мести, не то что детей лечить. Что вы от меня хотите? Хотите подавать в суд? Подавайте! Вы все равно ничего не докажете. Я не буду с вами судиться. Ребенка это не излечит. Так что вам нужно? Я не хочу, чтобы жизнь моего сына превратилась в кошмар из-за ребенка-инвалида. Откажитесь от девочки. Плохой совет. Ни мой сын, ни моя невестка не пойдут на это. Что я могу для вас сделать? Я знаю, что сегодня в вашем отделении умерла девочка. Да у нее мать алкоголичка. Третьи роды, ребенок недоношенный, который вскоре умирает. И что? Поменяйте детей. Доченька, вы понимаете, что вы говорите? И о чем Марина должна мне рассказать? Тут-то я смотрю, мама воспылала к тебе любовью. Ну? То. Ваша дочь с Еленой жива. Просто из-за врачебной ошибки она стала неполноценной. Наталья Олеговна сговорилась с Савицкой поменять детей. Вашу дочь отдали алкоголичке, дети-инвалиды. В таких случаях обычно явление. А ее девочку похоронили как Машу Соколовскую. Это правда? Правда. Я советовалась, консультировалась со специалистами. Они все единодушно утверждали, что 90% ребенок будет вести вегетативное существование. Понимаешь? Я боролась за твою жизнь, за твое счастье. Наконец. А ты откуда это узнала? Моя подруга работает в отделении недоношенных детей, она подслушала разговор с Савицкой. Митенька. Митенька, прости меня. Прости, прости, пожалуйста. Прости, что я тебе сегодня сказала. Прости. Я боялась тебя потерять. Да, Смелонечка заставила меня посмотреть на ситуацию по-другому. Давай, давай мы возьмем бегу над этой девочкой. Пожалуйста, давай мы ее удочерим. Давай. Митенька. Ты что? Ты не понимаешь? Ей не дочь твоя нужна. Ей нужен ее костный мозг. Да, да, он мне нужен. Почему овощ должен жить, а моя дочка нет? Ведь, может быть, смысл существования этой девочки в том, чтобы спасти нашу Миланочку. Да молчи. Ты вообще не имеешь права об этом говорить. А ты как могла? Ты же видела, в каком состоянии находилась Лена. Дима. Я же спасала тебя. Я же не хотела, чтобы твоя жизнь превратилась в ад. Мама, ты что наделала? Летит пикирующий бомбардировщик, залетает в ангар. Маш, ну ты не будешь, что ли? Ты, ну это же вкусно. Может, ты водички хочешь? Летит Боинг, садится на посадку. Что-то вы, господа пилоты, расточительно топливо расходуете. Так. Маш, ну все-таки ты покушаешь. Маш, ну это же Ева. Лена! Давай еще раз. Нужно срочно звонить Дмитрию. Игорь через банк костного мозга нашел нужного донора для Миланы.
Андрюша, спасибо тебе. Классно у тебя, батя. Так что, будем кушать? Ну, раз ты не хочешь, то я тогда сам съем. Дима, ты когда последний раз разговаривал с Леной? Ты сказал ей, что Маша не умерла? Нет. Почему? Зачем ковырять старую рану? Потом мы не знаем, жива ли она сейчас. Даже если жива, то найти ее нереально. Она жива. Ее удочерила семейная пара. Вот адрес. Я не пойду. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Андрей Шемякин, да? Да. А вы? Я бабушка родная Маша. И мне хотелось бы... Что вам надо? У Маши другая семья. Андрей, я вас прошу, вы успокойтесь и, пожалуйста, выслушайте меня. У меня в мыслях нет ничего дурного. И ни я, ни мой сын, мы ни на что не претендуем. Просто мне хотелось бы повидать Машу перед отъездом. Завтра я и моя невестка, мы в Германию уезжаем. Мои внучки, второй внучке, предстоит сложная операция, и я хотела... Послушайте! Андрюша! Наталья Олеговна? Лена. Здравствуйте, а что вы здесь делаете? Леночка, здравствуй. Маша. Вы знакомы? Наталья Олеговна моя свекровь бывшая. Свекровь? Нет, этого не может быть. А что случилось? Наша Маша, твоя дочь, родная дочь. Дело в том, что мы с Ксюшей удочерили Машу. Привет, бабуль. Маша и Саша. Привет. Как ты тут оказалась? Я ненадолго. Хочу сказать, ты очень вырос. Привет, мой хороший. Мама. Ну, как вам здесь? Нравится? Очень красиво. А как вам вот этот дом? Крутой. Классный? Он наш. В смысле? Как? Каким образом? Это мой гонорар. Ты его сама придумала? Да. Наша мама не только этот дом спроектировала, но и весь поселок. И называется он Мария. Да? Да.